Всем привет. Без туторс, ребят. Как обычно. Погнали. А, ну, Devil Drop Side, конечно же. Поехали. Skin the color of bark. Clothes smelling like trees. Digging my earth from my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. И чтобы нам делать Devil Drop Side, нам нужно понимать плоскость бокового сальто. Поэтому мы смотрим предыдущий тутор, учимся делать боковое сальто, если мы его не умеем. Ну и, конечно же, нужно делать его хотя бы на плоскости. Понеслась! Тонкости. Забираемся на шведскую стенку. Подбираем нужный интервал рук и ног. Чтобы в момент выпрыга присед был примерно таким. Руки должны быть прямыми. Нельзя подтягивать себя к шведской стенке. Но главная фишка – это мах ногой. Качество этой штукенции зависит именно от маха ногой. Головушка смотрит прямо. Приседаем и вместе с резким выпрыгом отмахиваем ногой. Поскольку мы уже умеем делать в правильной плоскости боковое сальто, с плоскостью вкрутки Devil Drop Side проблем не будет. Удачи в изучении, ждем новых туторов, ну и родителям там привет какой-нибудь передавайте.